Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про прыщи у собак. Прыщи у собак представляют собой воспаление на коже животного. Они могут принимать различную форму от красных пятен до угревой сыпи. Какие симптомы сопровождают появление прыщей у собак? Каковы причины этих высыпаний и как их лечить? Итак, представляем вам ответы на самые популярные вопросы про прыщи у собак. Прыщи у собак чаще всего появляются на животе. Это самое незащищенное место на теле животного. Также нередко высыпания встречаются на носу и губах питомца. Если ваш любимец постоянно ходит в ошейнике, риск появления прыщей на шее увеличивается в несколько раз. При появлении прыщей собака чувствует зуд и стремится расчесать место высыпания. Оно может опухнуть, покраснеть и даже начать кровоточить. В некоторых случаях питомец теряет аппетит, становится раздражительным и вялым, у него поднимается температура. Генетически предрасположены к прыщам боксеры, английские бульдоги, шарпеи и мопсы. Кожные складки, представители этих пород, благоприятные условия для развития микробов. Чаще всего появление прыщей у собак связано с нападением насекомых, в частности подкожных клещей. Также причинами высыпаний могут быть переохлаждение, неправильное питание животного, токсичные компоненты в средствах по уходу или воздействие аллергенов. Лечение прыщей у собак должно проходить под контролем ветеринара. Сначала врач устанавливает причину появления акне, а затем подбирает подходящий метод терапии. Ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться избавиться от прыщей у собаки. Это может привести к ухудшению состояния кожи животного. Появление прыщей у собаки можно предотвратить. Следите за рационом и режимом питания любимца. Не позволяйте ему тесно контактировать с животными, у которых есть симптомы дерматита или лишая. После прогулки обязательно осматривайте кожу питомца. При обнаружении поверхностных травм, укусов или единичных прыщей обратитесь к ветеринару. Таковы ответы на самые популярные вопросы про прыщи у собак. Следите за состоянием своего лающего друга и не забывайте о правильном уходе за питомцем. Тогда никакая дерматологическая проблема у любимца не застанет вас врасплох. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!